Го драться яйцами. Я, кстати, обычно, когда с братом или батей яйцами бился, я никогда не проигрывал. Я потому что знаю секретную тычку под градусом, когда ты просто пробиваешь броню противника и все, без шансов. Там бы какое сильное яйцо не было, блядь, там именно, когда вот типа яйцо на тебя бьет, а ты должен ударить под градусом, типа чуть-чуть сверху, и ты пробиваешь сюда. Я никогда не проигрывал. Не важно, жестко.